Сотрудники ОМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали мужчину, укравшего у своей знакомой ювелирные украшения на 500 000 рублей. Установлено, что задержанный некоторое время проживал у потерпевшей. Воспользовавшись ее отсутствием, похитил принадлежащие ей золотые сережки, кольца с бриллиантами, цепочку и ожерелье с драгоценными камнями, после чего скрылся. Часть ювелирных изделий он продал, остальные спрятал у себя в квартире. По данному факту возбуждено уголовное дело.